Всем здорово, чуваки! С вами Джейл, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с интересной рубрикой «Подводные горки». Всем здорово! Ну а наша рубрика, чуваки, начинается сегодня среди огромной коллекции тачек, которые мы будем тестировать в преодолении водного испытания. Мы проверим, какая тачка продержится дольше под водой и преодолеет всю нашу трассу. Потому что сегодня у нас подготовлена коллекция тачек на бензине против коллекции тачек на электромоторе. И посмотрим, кому сегодня рандом выберет машину электрическую или бензиновую, потому что далее нам предстоит пройти ровно 10 уровней подводных кочек. Чем дальше мы будем ехать, тем ямы будут увеличиваться, и мы под воду будем погружаться все глубже и дальше. Ну а сегодня у нас в коллекции подготовлены квадроциклы, суперкары, турбомашины, внедорожники, самые дорогие тачки Rolls-Royce, а также внедорожники, машины на гусеницах, фуры и танки. Ну а кому достанутся машины круче, давайте с вами и узнаем. Поэтому желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну и, ребята, лайкосиком поддержите такое противостояние двух легендарных коллекций тачек. Мне безумно поднимите этим самым настроение, но мы не будем тянуть, погнали быстрее начинать наш супер-ролик. Чуваки, наши тачки подготовлены у нас по возрастанию, от самой маленькой до самой гигантской. Поэтому начнем сегодня первый раунд на наших квадроциклах. Справа у нас коллекции бензина, это турбо-квадроцикл на турбомоторе, чуваки. А слева электрическая Tesla Bike. Давайте проверим, какой из этих квадриков пройдет дальше по нашему водному испытанию. Кстати, я довольно часто побеждаю Пашу в этом эксперименте, поэтому давай сегодня я тебе уступлю первым выбирать тачку. Точнее, первым будешь это загадывать число, либо один, либо два. Давай, хочу. Хочу. Ребята, Паша у нас сегодня первый, поэтому загадываем число для него и спросим у Алисы. Алиса, выбери байк для Флейзна от 1 до 2. Хочу красный, ведь он турбобайк. Это же турбомотор, да? Выпало число 2. Да, турбомотор. Зато у меня электрический. Он у меня беззвучно разгоняется. Я тебя победил на 3 секунды. Ты заглохнешь, потому что батарейка сядет, и все. Ты заглохнешь, я тебе этот током шибану, как электрошокер. Раз, два, три, погнали. Я поеду по правой стороне, а тут у тебя воды нету. Все, проехал. Так, чуваки, главное не торопиться. Главное не торопиться, потому что легко можно утопить мой электробайк. Так, а вот тут волны уже серьезные. Смотри, давай. Учись, Леха. Опа, поехали. Ой, смотрю давай. И учусь, когда ты тонуть, да, Праша? Ой-ой-ой. Хорошо проехал. Что ты проехал? Бензин рулит. Понял. Подожди, а что там волны поднялись? Можно это опустить воду, пожалуйста? Водичка, давай, опустить воду. Акула. Так, ой, какая акула. Я тебе это сейчас разрежусь тут еще под водой. Так, главное, ребята, тихо заезжать. Чем тише едем, тем дальше будем. Ой, сейчас волна пройдет и едем. Раз, два, три, погнали. Давай. Я проехал, батарейка не села. Иди купайся лучше. Ай, Паша! Я все пошутил, я не специально. Так, я сейчас тоже закину. Все, я поехал, я уехал. 1, 2, 3, давай, стартуй. Не, я лучше посмотрю за Флейз. Ну, ребята, до куда он доберется? И 4 балла, походу, он получает. Я подводная лодка. Ты подводный. Все, я потонул. Все, ребята, смотрите, главная цель проехать дальше, чем он. Берем и разгоняемся. Медленно. Давай, полный газ. Давай! Ой! Серьезно? Села батарейка! Давай! Ребята! Назад! Вот чуть-чуть! Реально, я метр не доехал! Получается, оба получаем сегодня по 4 балла за квадро-раунд. Ну и переходим ко второму тогда транспорту. На очереди по росту идут у нас суперкары! Это получается суперкар на бензине, ребята, спортивный такой. А это у нас на электродвигателе. Ламбер-джамбер! Я хочу ламбу! Тем более электрическая. Я хочу ламбу! Ладно, так как Паша у нас первый, ребята, сегодня, давайте уступим. Алиса, назови число для Паши от 1 до 2. Давай ламбу! Хотя она низкая. Ну-ка. Выпало число 2. Выпало число 2. Вот я и что, ну суперкарик красный. Ну ладно, будет крутая тачка красная. Смотри, прикинь, сегодня я соберу себе электрическую коллекцию, а ты бензиновую. Проверим, кто круче. Я круче. Погоди. Ой. Эй, да подожди. У меня тут машина сломанная. Искрится. Ребята, а что за искра, я не понял. Она слишком заниженная. Ладно, на счет 3 стартуем. Раз, два, три, поехали. Давай. Дай газу. Чего? Меня телепортировало на платформу. Чуваки, у меня еще машина багуется. Так, едем. Бензиновая тачка. Да что с ней такое? Ребята, мне не нравится эта машина. Ой. Ну реально, что круто. Меня сейчас за океан не выбросила. Помогите. Ты сейчас можешь реально упасть, не подъезжай ко мне. У меня какие-то стекла из Майнкрафта.
Вы посмотрите, это что такое? Нормально вообще, нет? Это что такое реально? Крипер какой-то нарисованный. Давай крипуся, езжай. Поехали! Я лучше постою, чуваки, уступлю Паше место. Опа-на! А я проехал. Я придумал, я сейчас буду адский разгон брать. Раз, два, три. Эта тачка слишком заниженная. Ты реально телепортируешься. Чисто таким способом. Серьезно? Подстава? Подстава? Это нечестно! Паша, я в океане. Помогите! Ладно, чуваки, план Б. Берем максимальный разгон и стартуем прямо от нашей стартовой линии. Ой-ой-ой. Давай, стартуй, стартуша. Тачка настолько заниженная, что она просто неуправляемая. Мне сейчас реально куда-то переколбасит, мне кажется. Ой! Центермен! Давай, я по твоей дороге тут плыву. О, доплыл, яхта Shell. Ну смотри, как я доплыву до следующей дороги. Опа! Он не доплывет, он реально какой-то... Дельфин, давай, не понял? Давай. Ты чё? Помидор плавающий. Все, застрял. Так, это главное, опять не телепортироваться за океан, поэтому разгон. По полной, давай. Смажь, не смажь. Я чисто доплываю. Она настолько быстро разгоняется, что можешь плыть реально. Поэтому, ребята, попытку еще одну можем сделать спокойно. Раз, ну два, давай, телепортажка. Три, турбоскорость, давай. Нет, машина. Да нет. Меня опять просто багнуло. Ну и блин, почему она такая глючная? Ладно, все равно, на один балл больше я зарабатываю. Благодаря своей ламбор-жамбор, чуваки, и Паше достается всего 4 балла. Ну а мы меняем тачки, переходим к даче. Справа у нас подготовлена машина точно на турбодвигателе. Даже я скажу, на двух турбодвигателях. А слева Мерседес будущего. Да, Hot Wheels против вот такой тачки. Так. Какая круче, давайте узнаем. Поэтому, Алиса, выбирай снова для Паши число от 1 до 2. Тут я хочу Hot Wheels тачку. Она из-за того, что турбомоторная, она крутая. Число 2. Число 2, стоп! Спасибо! Так, я не понял, я сегодня этот электроник какой-то, что ли? Ребята, почему я электрический джел? Ладно, электроджел победит кого угодно. Кстати, баллов-то я больше набрал на электроколлекции, поэтому третий раунд. Раз, ну давай, всего один два, балл. Три, поехали. Давай. Погнали. А я назад поехал. Ну-ка, ребята, на полном скорости. Давайте, преодолеем эти трамплины. Это честно. Все, у меня не машина, у меня реально акула какая-то. Ты посмотри на фары. У меня акула, ты посмотри, какой у меня перец крутой. Акула, конечно. Да ладно. Я проехал. Понял, так, аккуратно, ребята, проезжаем. Посмотри, я плыву. Стой, мне это не нравится. Воу, это было реально страшно, чуваки, на секундочку. Так, давай, Паша, проезжай. Проезжаю идеально, турбомотор, давай. Вот такая моя машина, похожа реально на акулу, а у Паши это вылитый. Утконос какой-то. Акуленок! Утконос у тебя! Так, раз, два, три, газуем. Главное не быстро. Если быстро ехать, она может утонуть. Смажешь или не сможешь? Доехал! Ой. Так, чуть не переехал, чуваки. Смотри, как я проеду, давай! 6 баллов! Не-не-не. Акуленок! Да нечестно! У него реально два мотора в два раза больше мощности дают. Акуленок заглох! Это у меня акуленок. Куда поплыл? Ты что, офигела, что ли, машина? У меня машина всплыла! Слишком легкая, значит. Нет! Почему именно на 6-м раунде она всплыла? Чуваки, по 6 баллов, ровно по 6 баллов у нас наравне. Ну и переходим к нашему 4-му уже тогда раунду. Это у нас раунд внедорожников. Tesla Model X, электрическая, самая быстрая. Кстати, это же машина рекордсмен получается. Она у нас рекорд ставила на сломанной дороге, чуваки. Да, она проезжала всю трассу. Подожди, мне прям интересно, сможет ли она преодолеть водные испытания. А это BMW X6. Тогда я хочу ее. Ой, вот и посмотрим. Алиса, назови для Паши число от 1 до 2. Блин, BMW X6 мне нравится больше, хотя ты... Давай. Один. Почему один? Почему? Да. Вот когда нормальная тачка досталась, она Паше досталась. Вот, давай, иди отсюда. Будет. Ладно, Паша едет на Тесле, я еду на Бэхе, чуваки. Давайте проверим, кто из нас круче преодолеет эту трассу. Эй, ты куда? Летать собрался, тебе что ли? Тебе хана, давай. Нифига себе, на счет три стартуем. Раз, два, так. Четыре, пять. Ладно, три, поехали, дверь закрылись. Капец, ты конечно. Нифига себе. Ребята, воу. Ты видел? Ты видел, как я летаю? Куда полетел? Чего? Ты что, акула какой-то? Лету! Эй, орел! Король-орел! Ты, орел улетел! Машину не перепутал? Самолет какой-то уселся. Ребята, у него реально тачка летать умеет. Подожди. Так, я боюсь ехать. 5-й раунд довольно жесткий. Но тачка разгоняется очень круто. Раз,
Так, давай. Три. Так, медленно. Главное не всплыть. Если машина всплывает, она сразу тонет. Все, преодолел. А ты че где? А у меня немножко крылышко отвалилось. Но я еще держусь. Ну подожди. Если мы преодолеем 6 уровней, ребята, то получают это машины рекордсмены будут. О, ну да, получается обе две. Так, тише едем дальше будем. Вот они, тачки прошлые. Так. Фу. Внедорожник доехал. Давай, птица. Смотри, птица дальнего полета. Без крыла не доедет, отвечай. О! Да, понятно. Да, курс немного сбился у тебя из этого крыла, чуваки. Так, едем. Тут чайки подводные летают. Ёлки-палки, Паша. Да, твои собратья тут это кукарекают. Так, восьмой раунд. Ребята, прям просто на ходу едем. Нет! Чё? Всплыло. Да я же медленно ехал. Я не понимаю. Вот всё. Ну, 8 баллов. Зато 8 баллов, чуваки, у меня. И давайте посмотрим, докуда там доберется Паша. Вон он, чуваки, на 6-м раунде. Так, у меня 8-ка. Давай. Да, конечно, готов. 1, 2, 3, раз, гон. Ой. Он как будто там дельфин какой-то. Ты чё? У меня тактика есть, раз, гон. Вот и всё, она хорошая. На капоте полетишь, что ли? Да. Ребята, ты посмотрите. Офигеть, ты волны создаешь. Ты чё? Он офигенно проезжает. Куда собрался? Погодите, я не понял. Так, слышь ты, не тут. Прямо до конца. Ай. Получается, Паша доезжает до 9-го раунда и на 10-ке тонет. 10 баллов. Это вообще рекордсмен получается. Там Тесла, как я и говорил, рекордсмен всех испытаний. Ну а мы, чуваки, меняем тачки, переходим дальше. Итак, ребята, слева у нас электрическая тачка, напоминаю, справа бензиновая. Но это раунд посвящается Роллс-Ройсам. Ты посмотри на электрический Роллс-Ройс. Может, он это, летать умеет, как это, Делориан, что ли? Делориан из будущего. Делориан. Ладно, давайте узнаем, что достается Паше. Обычная тачка или необычная. Итак, Алиса, число называй самое крутое. От 1 до 2. Ой, я тут нечаянно что-то сломал, ну ладно. Чё? Давай. Выпало число 2. Да, офигел, что ли? Меня тачку сломал. Прости, я нечаянно. Крышу оторвал. Паша, иди чини ее. Нормально, что ли? Я поеду на сломанном Роллс-Ройсе. Теперь он летать не будет. Чего? Это что такое? Телевизор, что ли? Я не знаю, как будто. Ребята, это капец. Посмотри, я могу тут вообще в кинотеатре летать. А надо это, управляться можешь хотя бы нормально? Так, на счет 3 езжаем. 1, 2, 3, погнали. Стартуем! Офигеть! Это не машина, это Формула-1, чуваки. Он очень быстрый. Он капец, какая читерская. Так, ребята, я лучше сильно разгоняться не буду. Я посмотрю за Пашей, как он проедет. Смотри, раз, вот так медленно, как дедун-дердун. Да. У него все тачки на 4-м раунде остаются. Так, назад, немного назад, главное не стопить тачку. Так, едем. Ну-ка, смог проехать или нет? На кабриолете вообще. Он что, всплыл, что ли? Габриэль! Ребята, еду, я еду! Бугатти! А может, он плавать умеет, что ли? Ой, как Стромберг! Назад! Немного не туда! Давай ты езжай, я не могу развернуться! Да ёлки-палки! Ой, простите! Он не управляется! Он на автопилоте! Давай! Газуй! Ты какой-то Франкенштейн у меня! Посмотрите на машину! Мари Франкенштейн, я тоже еду! Ой, Франкенштейн, ты не доедешь! Ой, я поплыл! Ребята, ну эта тачка, она вроде бы плавать умеет. Или превращайся в Стромбер! Офигеть, она едет! А нет, показалось, не едет. Нет! Приплыли, я думал, реально проедет. Ладно, эта машинка в лодку трансформироваться не умеет, это жалко, но на один раунд дальше я Пашу объезжаю, поэтому электрическая тачка круче, и 6 баллов у меня засчитывается. Ну что ж, переходим к более жестким нашим точилам. Как я и говорил, жесткие тачки, а значит размер у них увеличивается. И следующий раунд у нас на внедорожниках. Получается, электрический внедорожник — это Тесла, ребята, причем этим с квадроциклом. Это мой квадроцикл с первого раунда, мне кажется. Да, кстати. А это, ребята, у нас какой-то бензиновый либо дизельный, короче, топливный монстр-трак целый. Посмотри, он размером с целую фуру, мне кажется. Чуваки, давайте проверим, какая тачка проедет дальше. Либо левая, либо правая. Но первый у нас Паша, поэтому Алиса, называй, на чем сегодня Паша будет кататься. Итак, число от 1 до 2. Хочу этого красного гиганта. Красного монстра. 1. Ой, ты едешь на Тесле. Получается, у Паши сегодня таран и этот. Кстати, у тебя, если потопится кибертрак, у тебя есть запасной вариант, это квадроцикл. Но ой, запрещено. Я проеду на нем еще. Да, тогда меня тоже нужно погрузить сзади. Ну что ж, чуваки, давайте на счет 3 стартанем. 1, 2, 3, погнали. По идее, мне кажется, это машины рекордсмены, потому что они и быстрые, и внедорожные, и везде проходимые. Ну, Леха, это Тесла, это электромобиль, он быстрый. Ты куда полетел? Да. Он сейчас только ушибанется, чуваки, и загрузится где-то под водой. Так, шибанется, так, это ты, а я пройду. Смотри, тачка тяжелая, это вообще всплывать не будет, по идее. Ну,
Ну-ка, ребята, ну-ка, ребята. Воу! А может, наоборот, она взять и возьмет и встанет там. Нет, ты посмотри, она едет вообще спокойно. Чуваки, я проеду до конца. На этой тачке стопудово проеду до конца. Отвечаю. Смотрите, смотрите, смотрите. Опа, приезжаем. Я нечаянно. Ты что толкаешься? Ой. Я сейчас в тебя Rolls-Royce скину. Ой, поплыла тачка. Ну-ка, ребята, проезжаем, 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 проезжаем. Ёлки-палки, что за полоса препятствий? Да! Я, получается, проезжаю, Паша проезжает тоже, седьмой раунд. Давай, преодолеешь? Ну-ка, я смогу, я смогу! Ой, кто-то всплывает! Давай! Серьезно? Стой, походу все. Да ладно. Нет! Обалдеть! Реально не доехал, получается. Ну, была не была. Так, не повезло. Три кочки, ребята. Если я преодолею три канавы эти, то я смогу заработать рекордное количество баллов. Давай. Внедорожник реально может преодолеть все. Я тебе говорю, это настоящий монстр трак. Так, чуваки, едем. Главное не всплыть. Итак, да! Проехал! 9 баллов. У меня уже 9 баллов в коллекции. Остался один последний раунд. Раз. 2, 3, погнали! Так, от первого лица. Газу, так, газу! О, газу! Давай! Просто надеюсь! Полос... Нет! Да! Выехал! Я сделал это и зарабатываю целых даже 11 баллов, чуваки! И эта рекордная машина получает столько баллов. Ну что ж, считаем результаты и переходим к нашему полуфиналу! Это раунд, ребята, монстров на гусеницах. Получается справа бензиновая тачка, слева также кибертрак. Только уже не простой, не как у Паши, а получается реально как танк он работает. Ну что ж, давай посмотрим, достанутся те же тачки или другие. Let's go! От одного до двух. Так, я бы хотел красную тачку, ведь она легче, кибертрак тяжелый. Выпало число 2. Да, реально двойка выпала. Спасибо. Так, моя очередь ехать на кибертраке. Но, чуваки, насколько я знаю, он довольно багованный. Так, раз. 2, 3, начинаем! Погнали! Атакуем! Воу! На тебе, Пикаха! Так, чуваки, у Паши есть преимущество. У него есть эта пушка, пулемет. Ты что сделал? Пушка, ты из меня сырок какой-то сделал, продырявил меня. Ладно, раз, 2, 3, погнали! Чуваки, посмотрим, насколько хорошо ездит кибертрак на гусях, потому что полицейский проехал довольно плохо. Смотри! Слушай! Еду, что случилось? Леха, у меня очень тачка быстрая вообще такая, спортивная. У меня быстрее, смотри! А нет, у тебя быстрее. Быстро, какая мельная черепаха. Зато смотри, что я своим квадроциклом могу сделать. Ой, вообще пофигу. А ты смотри, что я могу своим квадроциклом делать. Давай. Зато моя тачка реально как танк весь, ребята. Я могу проехать сколько угодно, и она не всплывет вообще ни на сантиметр. А я могу вылететь. Воу, ты что? Давай, газу. Да, застрял, что ли? Ой-ой-ой. Нет, застрял, ребята, ты. Меня никто не победит. Давай. Тебя никто не победит. Ладно, тут главное не торопиться. Раз, 2, 3, полный вперед! Давай. Да! Я твой кибертрак обогнал. Не как он, кибертанк. Так, ты какаха. Я понял, на этой тачке вообще нельзя нажимать на ручки, только газ. Вау! Это было на грани, если честно. Так, езжаем. Вау! Давай, газуй! Смотри, он реально крутой. Турбированный кибертрак. А ты где вообще? Так, я на тебя там в раунде. Эй, черепаха. Так, рядом, можем ему дорогу даже перекрыть. Давай. Слышь ты, черепаха, у тебя просто... Ребята, кажется, кто-то проиграет. Да! Ты сам виноват. Я дорогу перекрыл, предупредил тебя. Что? Да! Ты как ты сделал? Я выехал! Так, погоди. За счет скорости. Берем адский разгон. Раз, два, три. Давай. Он почему-то поначалу медленно разгоняется, а под водой довольно быстро. Вау! Турбоскорость! Ну, может, ты не сможешь заехать? Я заехал. И 11 баллов получаю. Я тебя за борт выкидываю. Давай, пошел вон. Не трогай меня, я тебя отомстил за то, что меня расстреливал. Давай. За борт. Отстань. Ой, чуваки, получается, я зарабатываю 11 баллов. Паша зарабатывает тоже 11 баллов. Я, правда, это застрял немножко, но мы считаем баллы и переходим к нашему предпоследнему уже раунду. Это наши рекордсмены фуры, чуваки. Слева также электрическая машина, справа не электрическая. Ой, что-то хочу эту, все, я забираю эту. Губу раскатал, сейчас мы проверим, что достанется Паше. Алиса, выбери ему число. Число, я не знаю, 0 пусть будет. Ну-ка, нет, 2. От 0 до 2. Эх, какой от 0? От 0 ты себе выбирай, а я буду на этом грудовике. Выпало число 1. Один выпало. Ну хорошо, что не ноль. Еще бы чуть-чуть бы пешком бегал. Чуваки, ой. Все, победа моя однозначно. Давай, все с него, что ли. У меня кстати, есть вопросик. Это знаешь... самая быстрая фура в мире у тебя. Так что ты давай проверим, кто быстрее. Давай. Раз, ага. два, три, погнали, давай. Ой. Чего ты? Ой, Леха, смотри, учись. Смотрю. Ой. Я уже предсказываю, что у тебя будет. Давай. Смотри.
Ребята, это лайк. Это реально лайк. Я просто воды вообще не чувствую. Посмотри на этого гиганта. Колеса большие. Да, у меня колеса бигфута, поэтому я могу ехать реально как 3 бигфута, мне кажется. Я просто рекорд поставлю за минуты. Это, кстати, самое быстрое прохождение, чуваки, потому что, мне кажется, эта фура просто кого угодно сегодня побьет. Ты посмотри, Она глохнет или что? Нет, она не глохнет. Она просто на секунду погружается в воду. Ребята, и смотри, и не тонет. Вообще не тонет. Летим! Да. Давай. Ой. Подожди. Я чуть-чуть не смог преодолеть. Ладно, беру тогда сколько? 10 баллов себе. И у Паши сколько там? Ты еще едешь? Давай. Что? Проехал. Ладно, на рекорд больше получает. Но ничего страшного. Если не мой прыжок, я бы отыгрался и один получил легко. Ну а мы меняем ташки и переходим к долгожданному, чуваки, финалу. Где у нас сразятся два супертанка. Заниженный танк электрический будущего. У него даже это электропушка есть. И справа обычный танк военный. Кстати, чуваки, вот мы думали с Пашей, какую серию провести следующую. Решите наш спор в комментариях. Либо на тачках, либо на мотоциклах, либо супергеройскую серию. Супергероев тоже надо тестировать как-никак. Прикинь, Флэша проверить. Мне кажется, он добежит до половины только. Ну что ж, чуваки, пишите, кого хотели бы видеть. Мото, тачки или эти. Скилл-тесты эти, чуваки, короче. Ну что, Алиса, назови число для Паши. От 1 до 2. Назови мне технологический танк. Вот этот синий. Выпало число 1. Да! Почему я радуюсь? Спасибо! Нет! Один-то достался! На тебе шпан сейчас стрелял. Потому что я крутой! Ладно, у меня такой грустный красный танк. Ребята, проверю, докуда он доедет, потому что у меня... убери свою электропушку. Электропушку убери. Ого! Бам! Вот так, сразу. Пока! Воу! Трёхкрасик! На тебе! Ты офигел? Бля, танк заглох из-за тебя! Паша! Твой соперник, 0 баллов! Едет! У меня такая скорость хорошая была! Давай, 0 баллов! Понятно, на тебе! Что? Шпага ты! Погоди! Я могу дорогу ломать тебе, серьезно? Не надо, дайте дорогу! Ломай дорогу, Паша! Ребята! Тебе ломай дорогу! Это битва! Битва не наша, взял нас, давай! Кто проедет дальше? На тебе! Получай! Я проедет дальше, на! Ой, у кого там бензин потек! Бам! Это было нечестно! Ты меня взорвал! А ты меня перевернул! Тогда, ребята, давайте вторую попытку сделаем и посмотрим, кто все-таки доедет дальше! A few minutes later. Итак, танки наши починены, ребята, только если один минус. Пушка у меня больше не крутится почему-то, сломалась, наверное. Сломался! Ну что ж, продолжаем, только уже по-честному. 1, 2, 3, поехали. Стрелять не буду, иди стреляй. Так, 6 баллов, ребята. Капец, это было сопрепятствий. Нет. Да, но я ее проехал на изи. Слушай, но танки, они где угодно могут проехать. И по болотам, и по лесам, и по горам, и под водой даже. Так. И под водой вообще замечательно. Дорогой, вот тут БМВ ставил. БМВ, ты заглох? И за БМВ заглох? Я тебе помогу. Давай. Иди, искупайся, помойся. Так, ребята, давайте 9-й раунд преодолеваем. Походу, сегодня кто-то, я чувствую, по баллам выиграет. Давай. Интересно. Ну танки-то самый читерский транспорт получается. Они где угодно. Ой, проедут. Так, пропустите. Смотри, я могу даже объезжать. Нет, не могу. Не могу! Подожди! Если бы не этот грузовик, я бы доехал! Я бы доехал, реально! Чуть-чуть не хватило воздуха, ребята! Доехать танку, получается, я зарабатываю всего 10 баллов! Ладно, самое интересное, давайте их посчитаем и посмотрим, кто сегодня занял победу и первое место! Итак, чуваки, баллы мы посчитали, и я готов произносить цифру. Хотя ты был первый, так что давай, сколько у тебя получилось? Я назову 66, 2 шестерки. Ой, не повезло. У меня 71 балл, благодаря последним 3 раундам, чуваки. Я Пашу съел как тузи-грелку. Поэтому сегодня зарабатываю я первое место. Можете меня поздравить в комментариях. Ну что ж, чуваки, если видео понравилось, поставьте лайк. Не забудьте в комментариях написать, какие тачки или супергерои, или мотоциклы хотите видеть. Ну а с вами был Джон Флейзин. Всем удачи, всем пока! Всем пока, народ!